Почти 54 тысячи жителей Одинцовского округа обзвонили за месяц активисты местного волонтерского центра «Единой России». По итогам отработаны 222 заявки о помощи. Просьбы поступают от одиноких пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Доставка продуктов и лекарств, решение бытовых вопросов, выгул собак. Добровольцы берутся за любые дела. Большинство из них присоединились к волонтерскому движению еще весной вместе с активистами штаба «Мы рядом», молодогвардейцами, депутатами. Волонтерские центры продолжают работу и готовы оказать содействие всем, кому это необходимо.